Габали Шанекстра, Гамк-чай из ассортимента чайного клуба «Дом чая», Москва. Аромат сухой заварки на прогреве дыханием. Сухофруктово-кисловатый. Настой идеально прозрачный. Есть микровзвесь пухостипсов. С осадком в мелкой фракции. По проливам берем 2,5 грамма сухой заварки и завариваем на 100-миллилитровую китайскую фарфоровую гайвань. Промывка 30% от нормы. Первый пролив 90% от нормы. Второй пролив 100% от нормы. Третий пролив 70% от нормы. Четвертый пролив 40% от нормы. Аромат пустого чихая. Яркий. Кислые сухофрукты. Отдельно выделяющиеся нотки виноград. Кислое яблоко. Аромат у чая легкий, он быстро уходит из фарфора и стеклянного чихая. Вкус заваренного чая – виноградный сок с яблочной кислинкой. Сухофрукты с кислой темой. Кислое печеное яблоко, кислая груша-дичка. Длящееся кисловатое послевкусие. Чай подойдет любителям кислых, играющих чайных тем. Сильно расслабляет, заметно снижая работоспособность. Первые пару проливов стоит делать быстрыми, а затем начинать томить чай кипятком, резко наращивая время каждого пролива. Категория качества чая – элитный чай. Всем спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.